Последнее время сталкиваюсь с ребятами, которые пытались учиться при помощи GPT-чата. Ничего не получилось. Просто стало больше в голове каши. Очень простой момент. GPT-чат никогда вам не ответит, почему именно у вас, как у личности, не получается писать. А Бовсуновский расскажет. Научитесь читать код, и все остальное получится без всяких GPT-чатов, а с обычной документацией. А потом делайте для пользователей приложения в Telegram, на веб, по теме, которой вы понимаете, умные приложения. Ссылка на описание будет здесь, вот здесь видео, которое много человек посмотрело. Только человек может разобраться, почему у другого человека не получается писать. Посмотрите, и вы все поймете.